И всем привет, дорогие друзья! А сегодня мы будем играть опять же на Майнплексе. И сегодня хотелось бы поиграть в такую просто офигенную игрушку. Я в нее тут немножко поиграл. Она просто офигенная, это микробаттл. В общем, в чем тут прикол? Давайте подсоединимся и как раз уже посмотрим, что она из себя представляет. В общем, тут мы можем выбрать класс, и 4 команды будут драться друг с другом. Так, я думаю, я буду лучником. Пока. Попробуем все классы. Так что, все будет круто. Итак, пошли, у нас 17 игроков из 16, это не очень не нравится. Так, вот, у нас есть некоторое время, чтобы накопать наши блоки. Так, у нас есть лук, меч, ага. Так, давайте накопаем немножко блоков, поскольку без блоков тут никуда. Немножко земли нашей накопаем, 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 обязательно накопаем. Обязательно накопаем немножко земли. Так, уже кого-то убивают там. Ладно, давайте нашим поможем. Так, 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 я желтый, да? Тихо, 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 я ж не умру просто так. Эй, давай, давай, выживай, выживай. Ладно, я зато убью тебя. Я буду стрелять. Я скинул его. Ты чё? У меня же все плохо со здоровьем. Не смей меня бить. Так. Лови. Ладно, не поймал. Но это ж твои проблемы, что ты не поймал. Так, а где все? Я единственный из желтых остался. Все, короче, надо ныкаться. Если кто-нибудь из зеленых меня убьет, то все. А, бежим! Бежим, убегаем! Ну тут все ясно было. Все равно тут нас бы не победили. Вот, давайте попробуем еще раз сыграть микробатлы. Ну, просто потому что это очень прикольная на самом деле игрушка. И как можно не любить в такое играть? Окей. Давайте станем опять нашим лучником. Или стать файтером, ну-ка. Он... У него, типа, кожа крутая. Он, типа, мало атаки принимает на себя. Ага. И опять у нас 17 игроков 16. Вот не люблю так, поскольку... Так. Так, кого будем бить? Так, чё-то, чувачки, у нас все плохо. Ага, все уже прям сразу копаются. Ну, я тоже буду копаться, раз все копаются, так и я буду копаться, раз все копаются, и я тоже буду копаться, поскольку все... Так, все, стены убрались. Че, начнем. Перепрыгиваем. И вот этого чувака, вот этот наш. Все, минус одного. Ага, тихо, тихо. Ты кто? Ты где? Всех перебьем, всех перебьем. Всех перебьем. О! Ванька тут разрывает. Так. Ты чё вас тут так много-то? Нет, нас все-таки убили. И что-то все плохо. Чё-то, честно говоря, плохо. Не зашло у нас опять. Не зашло. Тут чувак уже строит какие эти. Ладно, ждем следующий раунд. Итак, а мы продолжаем играть в микробаттлс. На этот раз нам все-таки должно повезти, поскольку, ну, мы стараемся. Так, мы синие на этот раз. И сейчас мы будем копаться. Надо копаться. Надо собрать много песка. Много песка это хорошо, мало песка это плохо. Много песка надо собрать. Вот, все, стенки пропали. Приготовиться. Хотя можно на кактус наверх забраться, но это только для лучников. Так, у нас лучники есть. О, пойдемте нашему чувачку поможем. Так. Ух ты, какое там месиво. Ну-ка, кто на меня? Что ты делаешь? Зачем? Они же так к нам не подберутся. Окей, там некоторые уже всех убивают. Так, ну наших пятеро чуваков. У нас все хорошо пока.
Я тебе помогу немножко, давай. Я буду скапывать эти блоки. Вот, карта, кстати, по краям обваливается, поэтому как бы есть смысл играть. Так. Угу. Чё, вы у нас лучники, вы типа крутые. Так. Мы будем пока тут долго еще сидеть, как вы думаете, чуваки? Так, нужно уже выбираться там, бить, как бы убивать уже их. С песком особо много крутого не сделаешь. Так, надо красных бы побить. Так, все, наша команда туда, я смотрю, побежала. Ну, я, в принципе, побегу вместе с ними. Так. Так. Я еще и жив, отлично. Так. Вот тут один чувак наверху. Я его сейчас попытаюсь достать. Ага, это надо делать очень осторожно на шифте. Тихо. Тихо. Нет, он меня, походу, заметил. Ай-яй, тихо. Тихо, тихо. Просто, просто. Но это было быстро. Ждем следующий раз. Окей, давайте на этот раз все-таки попробуем за лучника играть, чтобы было круто. Да, мы сможем за лучника играть. Я уже тактику свою выработал. Короче, мы залезаем на постройку, которая у нас будет, и оттуда стреляем с лука. Вот, идеальная тактика, да, просто. Я знаю. Итак, начнем. Так, ага, что у нас тут? Тут у нас вообще непонятно какая-то фигня, но мы сейчас будем добывать блоки. Так. Так, поехали, добываем. Мне нужно хотя бы 10 блоков, 10 блоков, хотя бы 10 блоков. Так, добываем. Все. 10 блоков есть. 10 блоков есть, строимся наверх. Так. Эть. Так, в принципе, защита маломальская есть. Сейчас будем в тебя стрелять. Чувак, ты там не прячься, я ж тебя когда-нибудь допопаду. Так, сидим в укрытии. Вон там синенький стоит наш. Сейчас мы синеньких-то подстреляем. Так. Ага. Ну нет, да ладно, тебя убили просто так легко. Ага, нас двое. Так, 2 на 2 на 2. Сейчас мы всех тут стреляем. Сейчас, давай, стреляй меня, стреляй, молодец такой. Крутой, давай. Так, тихо. Ать, мимо. Ага, так, кто тут у нас еще остался? Остался у нас еще двое желтых там стоят. Фига, зеленый пошел. Лови. Ну, я не первый, кто так подумал, что так будет супер круто. Так. Ага. У нас вот еще чуваки. Зачем ты сюда пошел, чувак? Так. Лови. Не, ну а ты что думал? Ты думал, я буду просто стоять и ждать? Так, у нас башня уже начинает обваливаться, и это капец как не круто. И сейчас ты поймаешь стрелу. Если у меня появится стрела, ты поймаешь стрелу. Окей, я просто не достал. О, отлично, минус один. Ага, мы сейчас даже можем выиграть. Чувак, ты серьезно? Ладно. Попытаем удачу. Не, попасть будет это будет очень сложно на самом деле. Поэтому предлагаю копать блоки. Просто копать блоки, чтобы копать блоки. И он принял такую тактику. Ну, пусть принимает такую тактику. Сейчас мы прокопаем побольше блоков.
Вот прям вот до максимальной возможности понапрокапываем блоков. Осторожно, тут сейчас лава польется. А, тихо, лава, тихо. Сейчас накопаем мы блоков, так, 64 штучки там где-то. И будет все у нас круто. Чувак, чувак. На. На, на, на. Да забери. Как тебе их скинуть? Я хочу тебе скинуть блоки. Что-то они у меня не скидываются. Ладно. Будем скидывать самым простеньким путем. На тебе блоки. Блоки и лезь наверх. Давай, чувак, поскольку тут уже все ясно, залезай. Ну, чувак, лезь наверх, что ты делаешь? Давай. Давай, чувак, ты сможешь. Подбить его уже будет просто невозможно. Что, F2? Зачем? А. Ладно, ладно. Окей, он попросил меня зачем-то сделать его скриншот. Окей, давайте еще раз попробуем, но на этот раз будем играть за работника. Итак, ждем игра. Итак, а мы продолжаем. Я зашел в другое лобби, там что-то не зашла у игроков игра, мало игроков было. И мы будем играть за работника. Ничего себе. Ладно, прикольно, да. Ну, мой скин, конечно же, прикольный. Так. А поскольку мы теперь работник, мы будем хорошо работать. Поэтому поехали. Мы просто будем... Копать очень много будем копать, чтобы копать, надо очень много копать. Просто копать, надо копать, надо много копать. Надо много копать, чтобы сделать так, как, чтобы было круто. Надо копать больше песка, больше песка. Больше песка надо копать. Так, все, давайте забираться наверх. Да ладно. И как мне быть? О боже, неудобный песок. Очень неудобный песок. Но у меня есть кирка, да. Я что-то подзабыл, что у меня есть кирка. Отлично. Вот я на вершине кактуса. Так, ладно. В принципе, не знаю, зачем я это сделал. Короче, будем добывать много песка. Просто будем добывать много песка. Чтобы было все круто, мы должны добыть много песка. Зачем? Да, просто так. Так, вон он, наш чувак. Так, там эти дерутся с этими. Круто, круто, я сказал. Так. И... Так. Как тут? Красный наверху. Красный наверху это... Так, мы должны... Тихо. Ладно, 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 ладно. А я уж понадеялся, что я смогу врасплох их застать. Ладно, этого не получилось. Будем отрегенивать себе ХП. Жаль, что очень медленно, но все равно хоть как-то. Так. Красные там засели. Мне это не очень нравится, то, что они там такие сидят, такие типа... Кактус, уйди. Так. Так, кто? Нет. А, меня опять кто-то убил. Это круто. Да.
Что-то вообще сегодня не зашло. Ни одна игра у меня сегодня не зашла. Что-то плохо вообще играется. Окей, ладно, давайте последний раунд попробуем. И если у нас в следующий раз не получится, то на этом заканчиваем, поскольку что-то не идет сегодня. Не идет, вообще не идет как-то. Окей, продолжаем последний раз. Я экипировал файтера нашего. И теперь нужно быть очень крутым. Так, я хочу быть... О, все, я в красной команде. Круто! Так, приготовиться. Поскольку сейчас начнется месиво. Просто. Мне нужна парочка блоков, чтобы тупо построиться. Так, давайте. Мне нужно построиться быстренько, вот реально, вот быстренько. Вот блоков. Всем мне уже хватит. Так, все, тихо. Так. Так. Желтый. Желтый, ты будешь моим. Только ты такой бронированный-то. Зеленый, на, получай. Так, возвращаюсь к себе, возвращаюсь к себе, отлично. Но одного желтого, я даже кого-то убил. Зачем ты прыгаешь? Ах ты. Не, в общем, что-то сегодня не идет, там синие нас бьют какие-то. Но я сделал много киллов, в принципе, ладно. Если вам понравилось, если не понравилось, вы знаете, что делать, в принципе. А с вами был Иван Смит. Всем удачи, всем пока.